Около 1000 военнослужащих и 200 единиц боевой специальной техники Каспийской флотилии проведут полевые занятия по боевому слаживанию. Подразделения морской пехоты выйдут на полигоны в Астраханской области Республики Дагестан. Военнослужащим в составе отделений взводов и рот предстоит выполнить боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия. Артиллерийские батареи и противотанковые взводы отработают нормативы по стрельбе из самоходных артиллерийских установок и гранатометов. Эти учения продолжают курс на повышение интенсивности боевой учебы.